Вот в этом домике, в этой комнате Сталин родился и жил 4 года. Но так как семья жила в Мурзе, то они снимали квартиру там, где находили подешевле. Другие квартиры не сохранились, поэтому этот домик берется под защиту государством 1937 года и настраивается защитный павильон по проекту архитектора Непринцева. Уже с 1950 года уже строится двухэтажное здание музея за этим зданием домика Сталина. И надо сказать, что этот домик никогда никуда не переносился. Он всегда стоял на этом самом месте. Так что это здание интересно не только с точки зрения того, что Сталин здесь родился, но и с точки зрения этнографии нашего города и населения. После войны у Берии рождается мысль о том, что посетителей будет в этом музее много, и вот это маленькое здание не выдержит. И решил сделать проект здания этого двухэтажного здания музея. Попросил известного архитектора Грузии Арчила Курдиани сделать проект. Он сделал, привезли в Москву. Показали Сталину проект, Иосифу Виссарионовичу понравился. Но узнав о цене, оно было оценено в 7 миллионов рублей, он отказался, сказал, что себе строить музей не будет, так как у него на улице находятся голодные люди без крыши над головой. Берия, это мы знаем по воспоминаниям тех, которые встречались и с строителями этого музея. Был у нас заведующий Мамулашвили, но как-то мы не смогли найти этого человека, ушел на фронт и потерялся. И в результате строит Берия это здание за счет экономии тех строительств, которые проходили у нас в Грузии. Ну, так и в других республиках тоже проводились эти строительства. Но за счет экономии тех строительств, которые проводились в Грузии. Так что оно строилось долго. Мы темпы строительства сталинские знаем, а вот это здание строилось 7 лет. Ну, была задержка со строительным материалом, с рабочей силой, и потом долго строилось. Но парадокс в том, что в 1953-м не стало Сталина, не стало и Берии после Сталина, а здание продолжает строиться. Был открыт осенью 1957 года. Хрущева музей был закрыт около 2 лет, но был закрыт для простых смертных, для туристов, но для официальных гостей он был открыт. Открывался музей и ночью, когда надо было, были гости, ну, конечно, и днем. Но были случаи, когда, если помните, были туристические поезда «Дружбы». Был такой момент, когда вот эти два поезда, состав поездов из Тбилиси должны были проезжать через горы. Люди понакупили венки, чтобы остановиться здесь, около памятника положить, музей посетить, но решили вывозить эти поезда ночью. Ну, один из туристов вышел и увидел, здесь на Гальской крепости была надпись «Да здравствует великий Сталин». Притом электрическими лампочками был зажжен. Он это увидел, понял, что они проезжают мимо, и остановил поезд тормозом. Эти поезда остановились, и ночью привезли нас в музей. И вот этот поток народа через эту площадь шла в музей. До самого утра, до рассвета проводились лекции. Это в то время, когда музей был закрыт. До 1979 года посещаемость музея была более чем 500 тысяч человек. До.
79 года. Вот в 79 году и после, до закрытия музея, ну, неофициально он был закрыт какое-то время, посещаемость была, уже превышала даже миллион. Ну а потом уже после развала Советского Союза, после начала перестройки, она все меньше и меньше стала, вот эта посещаемость. Было и 10 тысяч, и 12 тысяч. Но постепенно она растет. В данный момент более чем 100 тысяч человек было в прошлом году. До перестройки, до развала Советского Союза группы были не менее чем в 30 человек, но более было и 120, и 160. У нас, правда, не хватало экскурсоводов, кадра не хватало. Если у нас есть в книге почетных гостей записи, они жалели экскурсоводов, да, барти экскурсоводы просились. Но были, ну, 120-150, было, очень много было народу. И потом добавили, в 79 году добавили уже у нас. Ну, я бы сказала, что в школе тоже ничего не преподавали о Сталине, и в институте тоже. Но уже работая в этом музее, хочешь не хочешь, уже занимаешься этим делом. А туристы, которые приходили у нас к нам в музей, они интересовались всем, и личной жизнью, и ссылками, вот связь с жандармерией, все. Их так много интересовало, особенно вот период войны, сын Якова, сын Василий, дочь Светлана, много чего интересовало. Да, и само вот разное, у нас абсолютно разного рода бывают посетители, кого что интересует. Кого-то Троцкий интересовал, кого-то Каменев, Зиновьев, Бухарин, кого-то Сталин, Надежда Крупская интересовала, Ленин интересовал, а кого-то первую супругу Сталина, вторую супругу. Так разные вопросы бывают. Мы находимся в музее, в вагоне, которым пользовался Иосиф Виссарионович. Здесь находится кухня с русской печкой и с самоваром. А далее мы можем еще пройти и посмотреть. Это купе для того персонала, который обслуживал с технической стороны во время путешествия этим вагоном. Здесь же находились личные секретари Иосифа Виссарионовича Сталина. Далее в этом купе охрана Иосифа Виссарионовича. В этом купе находились. Было человек 9, но возглавляли в разное время Власик и Рыбин. Туалет и ванная комната. Далее рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича и тут же спальня. Обычно у Иосифа Виссарионовича была привычка спать на диване. Тут тоже есть диван, находится рядом. До революции этим вагоном пользовалась царская семья России, Николая II. А после установления советской власти пользуются уже все члены Центрального комитета партии, в том числе и Иосиф Виссарионович Сталин. Вагон этот носил название Феликса Дзержинского. Это в то время, когда железная дорога носила имя Феликса Дзержинского. С наружной стороны этого вагона имеется герб Советского Союза и номер вагона 3878. Иосиф Виссарионович пользовался этим вагоном во время своих поездок по железной дороге. Конечно, он пользовался и в то время, когда ездили на конференции, на Ялтинскую, Тегеранскую, Потсдамскую конференции. И за этот период, то время, здесь, в этом вагоне-салоне проходили заседания и совещания. Вагон этот уже собирались списать в Москве, находился в это время начальник железной дороги города Ростова. Он попросил
попросил к себе на хранение и сохранил его до того, пока ушел на пенсию. И уходя на пенсию, он передает нашему музею в подарок. Привезли этот вагон уже 9 мая 1985 года, к 40-летию со Дня Победы. Этот вагон стоял на этом самом месте. Так что благодаря этому человеку этот вагон оказался ценным экспонатом для нашего музея. Разного поколения в Грузии разные отношения к Сталину. Есть поколение, которое жило в период Сталина, правда, их мало осталось. Есть поколение, которое воевали с именем Сталина. Были поколения, которые просто вот еще знали хорошо историю. Они относятся иначе. Они знают и жертвы, знают и голод, и холод, знают и период строительства социализма, индустриализацию, коллективизацию. И все-таки у них отношение другое, положительное. Зная все это, у них положительные отношения. Есть поколение, которое меньше знают, оно нейтральное какое-то, но вот молодое поколение уже не знает. А если знает, то знает именно с отрицательной стороны. Это зависит от педагога, как преподнести. Вот я думаю, что с плеч рубить в истории нельзя. Это от педагога зависит, как преподносится. Но то, что я говорю, что молодое поколение не знает Сталина, думаю, о многом говорит вот эта фраза уже.